Глютамин относится к условно необходимым аминокислотам. При нормальных обстоятельствах тело может выработать самостоятельно, но в определенных случаях при тяжелых тренировках, например, прием глютамина необходимо увеличить в форме пищи или добавки, ибо на фоне стресса физическая нагрузка, нехватка сна, снижение температуры, потребность в нем растет. До 60% глютамина используется в мышечных тканях, но он также необходим для нормального функционирования печени, легких, мозга и кровяной плазмы. Глютамин можно получать из естественных источников, таких как яйца, куриное мясо, свинина, говядина и молочные продукты, особенно творог, а также белый рис и кукуруза. Но, поскольку при работе на массу потребность в глютамине резко повышается, для закрытия его дефицита можно просто начать есть больше белковой пищи, как вариант. Но при этом повысится и калорийность рациона, который в итоге может обернуться увеличением числа складок на талии. Поэтому, хоть глютамин и можно получать из пищи, но если цель набрать сухую мышечную массу, использовать его все же лучше в виде добавки. Глютамин обеспечивает нормальное функционирование кишечника и иммунной системы. И что крайне важно для бодибилдера, помогает удерживать оптимальный уровень азота в крови. То есть, с одной стороны, повышать качество тренировочного процесса, усиливать эффект пампинга, а с другой стороны, предохранять уже набранную мышечную массу от огня катаболизма. Помимо этого, есть у этой аминокислоты и другие плюсы. Глютамин снижает боль в мышцах после тренировки и ускоряет процесс восстановления организма, стимулирует синтез тестостерона и гормона роста, главных гормонов для набора мышечной массы, и увеличивает запасы гликогена в печени и мышцах. Другими словами, глютамин позволяет тренироваться дольше, жестче, энергичнее и при этом успевать восстанавливаться между занятиями и стабильно набирать массу. А мощный иммунопротекторный эффект глютамина в нынешних коронавирусных условиях возводит его на пьедестал необходимой спортивной добавки тренирующегося бодибилдера. И еще, глютамин – это одна из наиболее доступных по цене аминокислот, используемых при наборе мышечной массы. Простая, безопасная, эффективная и дешевая. Принимать глютамин нужно дважды в день. Одну порцию сразу после тренировки, вторую на голодный желудок перед сном. Дозировка приема глютамина зависит от общей массы тела. То есть, чем больше атлет, тем больше глютамина ему нужно. Обычно это от 6 до 12 грамм глютамина в сутки. Однако, многие бодибилдеры, особенно с большим весом тела, получают эффект от спортивной добавки в объеме от 20 до 40 грамм глютамина в сутки. Эта аминокислота является природным соединением и не вызывает побочных эффектов, даже при многократном превышении указанной дозировки. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!